Массовая атака! Понизили еще и атаку ребятушкам! Ребята, Раф собирает диалоговые окошечки и максимально мощно дамажит наших противников! Хорошо! Хорошо! И теперь торнадо от Леонардо! Торнадо от Леонардо, ребята, в бой! Вот так вот! И еще по катушечке от нашего крокодильчика! Ребята, полностью разбили врага! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ребятки, наши любимые черепашечки, безумные ученые испытания и ваши, конечно же, составчики, за которые мы постоянно играем. Ну что ж, у нас первый состав, первый бой от нашего подписчика. Хо-хоу, все рафы, кроме ролевого. Вот такой вот составчик у нас. Ух ты ж, на тебе, ролевичка не взяли одного, но ничего страшного. Зато есть все остальные. Да, ребята, и мы будем дамажить по полной. Кстати говоря, ребятки, если вы хотите таких же персонажей, как у нас, куча ресурсов, баксов, мутагена, пиццы, да и вообще всего-всего 80-й левел, как у нас, пишите нашему подписчику, он круто бустит аккаунты, обращайтесь к нему, и он к вам обязательно поможет. Да, это точно. И теперь, ну, что-то смотри, прям сразу же урон нанесли, да, какой-то нехилый. Агрится, такой. Агрится белконой. Ты смотри, как, а? Так, а мы вот такую хитрую атаку сделаем и дабл атаку у всех, дабл, кроме Рафа. Да, ребята, все повысили атаку, ну, у Рафа контратака, поэтому его обделили. Ну что же, первый противник ушел, второй сейчас тоже по ходу дела. Отлично, по 3200, ты смотри, какой дамаг-то, Рафи. Ну ладно, Рафи, так у тебя нет двойной атаки, ты повысишь нам атаку. Хо-хо, ребята, и будем максимально дамажить всем. Опа! Фильм сделал свое дело, и вторая волна. Вторая волна, кто у нас здесь будет? Ты смотри, Джастин, Кирби Мыш и два приспешника. Так, Кирби Мыш первый у нас пойдет. 2700. На... Слушай, ну не справится. На кормежку-то нашим черепашечкам. Бам! Нету! Хорошо. И вот этого Крэнка-дроида. Как мощно, ребята! Тоже снесли. Ты смотри, этот хиллер, что ли? Нет, оскорбляет. Оскорбляет, хочет прикрыть Джастина, но у него это не выйдет, ребятки. Вот так вот, слушай, легко как-то очень все дается нам. Да, очень хорошо, хорошее начало, ребята. И Раф из видения добивает Джастина, супер! Третья волна, ты смотри, здесь у нас Крип, Паук, Кирби Мыш, Джастин, ой, Джастин Бибер хотел сказать, Змейка Вьюнок и Мутагеноид. Массовая атака, понизили еще и атаку ребятушкам. Ребята, Раф собирает диалоговые окошечки и максимально мощно дамажит наших противников, хорошо. Хорошо. Так, Кирби Мыш, а то уже одного нет, да, противника? Да, а то подлечит сейчас Кирби. Ну, нужно максимум мочить его, давай. Давай-ка, оба, постепенно урон его добьет. Точно сложит. Или бабушкин холодильник. Бабушкин холодильник, ребята, точно прихлопнет всех мух. Вот так вот. Вот такая вот атака от Рафа, отличная победа, шикарный состав, ребятки. А мы выбираем следующий составчик от нашего подписчика. Ребят, не забывайте писать в комментариях свои составы, мы будем их брать, играть за них и получать удовольствие вместе с вами. Да, ребята, а также советуйте наш канал своим друзьям. Давайте наберем 100 тысяч подписчиков хотя бы, ребятки, чтобы нас было больше. Чем больше вас, тем больше мы выпускаем видео и мы больше всего будет на канале. Погнали, следующий состав. Так, у нас Рафаэль Классика. Ага, того, которого мы не взяли? Да. А, нет. А, нет, Раф Классика. Мы криминального не брали. Классику и не брали мы. Да, брали. Брали? Да, мы ролевого не брали. А, ролевого не брали, точно. Леонардо Мультик здесь с нами будет. Лео Мультик, да. Змея-карай. Змея-змея-змея. Вот она, да. Майки Мульт. Потрясающе. Где же ты, наш Майки, затерялся? Где-то в начале он был, вот здесь, да. И Хашиголовый. Потрясающе, вот он рядом, в бой. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Детол Лего. Ссылка в описании. Да, ребята, поехали. Первая волна такой необычный у нас. Ой, ты смотри, у нас здесь две тетушки. Ах ты да, на ты да. Так, атака от Майки. Раз, слабенько. Слабенько, Майки, как обычно, не очень сильно дамажит. Змея-карай, тоже одна слабовато. Атака. Вторая атака. Слабовато, надо добивать, представляешь? Ну, за счет двух атак, на самом деле, она
Молодец. Смотри, постепенный урон, массовая атака. Какой разнос-то пошел? Нету. Минус одна тетушка. И Лео бьет вот эту щупальцу. Да, щупальца видного пылесосика. Ну-ка, нету, ой, как его хорошо. Уже. И теперь Майки атакует учительницу, вернее, директрису. Опа, змея карай, неплохо, неплохо. Ее, смотри, она опять масса. Ребята, как у нас хелсов там мало, давай лечиться. Конечно же, используем пиццу. Пицца тайм, ребята, от Рафаэля. Ой, как вкусно. И теперь мы спокойно можем атаковать нашего противничка и добивать даже. Шикарно. А Лео повысил себе атаку. Вот молодец. Смотри, Кирби-мышь. Огромный мишка Гамми. И здесь змейка Вьюн и маленький-маленький надоедливый Кренги. У Кирби уже нету половины жизней. Неплохо, да, надо добивать. Правда, Майки промахнулся, очень обидно. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот змея-карай, ай, я думал, добьет. Вот они дебафы пошли от маленьких. О, змея карай еще раз атакует. Да ладно, вот это да. Супер, нам прямо это на руку было очень сильно. Да. Добиваем Кренга. Добиваем. И остался змейка-вьюнок и здоровяк. Так, змейка-вьюнок и здоровяк. Здоровяк хочет атаковать. Слушай, 1500 неплохо, тогда мажет. Ну ладно, он спровоцировал. И еще мы теперь его добьем. Хорошо, ребятки, отлично. Ну давайте, ребятушки, соберитесь. Майки добил. Отлично. Змейка Вьюн остается один. И мы его по полной дамажим. Леонардо. Бам. Класс дух против класса да. духа. Ай, массовая атака. Ну да, есть такое дело. Ничего не сделаешь с этим. И... Ну, змея Карай добьет. Точно. Супер. Хорошо, ребята. Третья волна. Третья волнишка у нас здесь. Ой, и здесь ты, уже смотри, нужно... как, а? Сначала подлечимся. Для да. того, чтобы никто не пострадал из наших героев. Да, ребятки, а то мало-мало хелсов. Ну-ка, и нужна массовая атака. Вот он, пожарный кран от Рафа. Хо-хоу. И молодцом, Рафи. И теперь торнадо от Леонардо. Торнадо от Леонардо, ребята, в бой. Вот так вот. И еще по катушечке от нашего крокодильчика. Ребята, полностью разбили врага. Полная победа, мы огромные молодцы, а вы еще большие молодцы. Шикарный составчик, пишите ваши составы в комментариях, мы обязательно постараемся за них сыграть. А у нас следующий на подходе, ты представляешь, Лео из мультика наш любимчик. Лео из мультика взяли, дальше. А Сплинтер наш сенсей-мастер-учитель. Сплинтер. Да. Где же ты? Вот, и крольчата, ребята, как давно их не было, кролики наши маленькие. Что-то подписчики про них прям подзабыли, да? Роксади из мультика. Роксади из мультика, носорожище наше, вот, ну да. И Донни Ролевичок. Ролевой. Вот он наш волшебник-маг, молодец. Так. Первая волна, и о, у нас здесь смотри. Три пылесоса щупальцевидных. Может быть, сразу жахнем их массовой? Да. Ай, ладно, потихонечку двойной атакой, так, опа, одного нет. Молодцы, крольчата. Слушай, такое ощущение, что их не пять, там человек, штук шесть. Да, что-то как-то они распластались, да? Лео, пониженная атака у нас у пылесоса уже. Вот, Сплинтеру за это спасибо. И, ой, как хорошо дамажим. И Роксади добьет, нет? Да, нет, не добивает. Но кролики справятся 100%, ребята. Как быстро мы прошли эту волну. И шикарно. Теперь у нас Макмен, пылесос и два Кренга. Слушай, Кренгов надо мочить. Почему? А они дебафы вешают, это очень плохо. Ну хорошо, будем с Кренгов начнем. И Сплинтерочек, ну, а не справился. Не смог, но Донни волшебник наш, да. Хорошо, ребята. Так. Второго Кренга, вот этого летающего. Сейчас съедим его, раз. Два! Красавцы, кролики, просто молодцы! Молодцы, а вот Макмен, конечно, сейчас даст жару. Ну, Лео немножко он повредил, а мы по пылесосу мочим. Запылесосим пылесосы. Ну-ка, вот так, хорошо, остался один Макмен. Раз атака, слушай, ну, он, конечно, будет не такой легкий. Да, ребята, Макмен у нас по здоровью здоровяк, конечно. Раз атака, два атака. Ты смотри, как хорошо уклонить. Массово используем. Мощная атака от Макмана, контратака от Сплинтера и лечимся. Конечно, нужно восстановить наше здоровье, чтобы перейти в третью волну.
целыми и невредимыми. Да, ребята, добиваем Макмана, у нас третья волна, все массовые атаки у нас в сборе. И здесь у нас Кирби Мышь, Паукус, Крип, Змейка Вьюн и Мотокиноид. Запускаем огненные шары, фейерверк. Волшебник делает праздник, а у нас здесь Кролбот, наш любимый, который собирается из множества наших кроликов разноцветных и наносит максимальный дамаг. Вот это мощь, вот это мощь. И последняя атака, завершающая от нашего Роксади, все будут гореть. Нет, ты смотри, мутагеноид выжил, но он у нас мутагенный очень сильно, и поэтому не сдается до последнего. Колесо ему тогда, вот так вот. 6300 дамаг, ребята, отличная победа, шикарный состав, вы огромные молодцы, пишите ваши составчики в комментариях, не забывайте, и обязательно поделитесь этим роликом, ребята, расскажите про нас в соцсетях, вашим друзьям, давайте, чтобы нас собралось очень много. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч в новых видео. Да, ребята, не забывайте поставить лайк и подписаться, кто не подписан. Всем пока. Пока.